уважаемые гости! Мы приветствуем вас на 29-м областном зональном фестивале народного творчества «Обильный край благословенный». Фестиваль посвящен трем знаковым датам – 275-летию Оренбургской губернии, 85-летию Оренбургской области и Году театра в России. Творческий марафон проводится региональным центром развития культуры Оренбургской области при поддержке Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области с целью дальнейшего развития самодеятельного народного творчества. Каждый год фестиваль открывает новые таланты, дает возможность уже признанным исполнителям, творческим коллективам показать многогранность своего мастерства. Слово для приветствия участников фестиваля предоставляется главе муниципального образования Оренбургский район Василию Николаевичу Шмарину. Добрый день, уважаемые друзья, любители народного творчества. Действительно, тоже 29 лет проводится этот замечательный конкурс, где народные коллективы могут нас с вами порадовать замечательными выступлениями. И поверьте, что те, кто сегодня занимается народным творчеством, партнером, и не только это делает для того, чтобы как-то посвятить свое свободное время любимому занятию, но поверьте, что они выполняют очень серьезную миссию по воспитанию наших с вами детей. Потому чтобы их научить любить свою землю, свою родину, свой народ, привить им любовь к истории, без которой не может быть ни настоящего, ни тем более будущего. Я благодарен сегодня всем коллективам Оренбургского района. Сегодня в клубных формированиях занимается 416 коллективов. Если перевести, это 4906 человек. Это такая серьезная армия любителей народного творчества. И вот сегодня, наверное, их труд оценен по заслугам. 31 коллектив носит высокое звание народный. Поэтому мы сегодня в этом зале, я думаю, соприкоснемся с народным творчеством и послушаем замечательных наших народных артистов. Поэтому я хочу пожелать всем добра, здоровья и, конечно, хорошего настроения. С замечательным праздником. Спасибо. Спасибо большое за вашу торжественную церемонию награждения. За активную деятельность по сохранению и развитию культуры и народного творчества на территории муниципального образования благодарность главы вручается главе муниципального образования Караванный сельсовет Николаю Алексеевичу Тартышеву. Особенно вот те, кто действительно сегодня уделяет большое внимание. Может быть, не все так хорошо у нас обстоят в селах и с домами культурами, и ремонт нужен, и
инструментов бы хороших, современных. Но вместе с тем мы продолжаем развиваться, и это заслуга вот моих коллег, которые стоят на этой сцене и сидят в этом зале. Спасибо вам! Почетное место в зале. Дорогие друзья, позвольте под ваши дружные аплодисменты представить наше многоуважаемое жюри. Вероника Анатольевна Колесникова, заместитель начальника управления культуры, искусства и образовательной политики Министерства культуры и внешней связи Оренбургской области. Алексей Александрович Чуртин, директор регионального центра развития культуры Оренбургской области. Виктор Иванович Филиппов, профессор Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповича, кандидат философских наук, художественный руководитель муниципального духового оркестра Оренбург. Ольга Владимировна Савенко, заместитель директора регионального центра развития культуры Оренбургской области. Оксана Васильевна Качаева, главный специалист вокально-хорового жанра регионального центра развития культуры Оренбургской области. Татьяна Анатольевна Кулакова, главный специалист хореографического жанра регионального центра развития культуры Оренбургской области. Все наши судьи – признанные профессионалы своего дела, настоящие ценители искусства. Они определят лучших из лучших. Дорогие друзья, итак, мы начинаем. Наш любимый Степной край прославляет лучшие творческие коллективы Оренбургского района.